проявлять благоразумие, понимать и осознавать то, что есть на небе тот, который, ну, все видит. Есть определенные этапы в нашей жизни, но у Бога есть полная картина. И он, знаете, не обратил внимания именно на того человека, которого принесли. Он его бачил, он его знал. Написано, Библия говорит, что Иисус был сердцевидец. Он знал каждого. Слава Богу. Спартанбург, город Спартанбург. Так что, welcome, приезжайте в гости. Меня зовут Дмитрий Кравец. 9 лет назад была такая сложнейшая операция на сердце. И когда врачи все сказали, что уже, ну, все, то Бог сказал нет. Ячейка, домашняя группа, и в прославлении участвовал. Такие это. Вот, и мне интересно, ваше собрание, ваше желание, вижу, как горят сердца. С 99-го года я был пастором, все время я вот жил в Мариуполе, до момента начала активной фазы войны. Спасся я в 93-м году в пробуждении молодежном, я был студент в Украине, Бог посетил Украину в 90-х годах, ну, вы, наверное, знаете все. Я тут, наверное, самый молодой. Я из Бучи, из Украины. Думаю, может, много кто слышал. Я выехал практически сразу, в течение недели, потому что мне 17. С Спрингфилда, Массачусетс, и мой сын Марк еще там. 6 лет назад примерно мы приехали в Соединенные Штаты Америки. У меня трое детей, двое здесь. Это Марк, 26 лет, и Тимофей, 22 года. И старшая Катя, она еще в России. 61 год, я уже такой в возрасте человек, но выгляжу молодо еще. Слава Богу. Знаете, я что-то хочу сказать. Трудничай, я все-таки... Постараюсь выразить некоторые мысли, которые мне на сердце пришли, или так, которые я вживую болею, может быть. Есть жена, у меня жена есть, Таня, она здесь со мной, это мой верный спутник, мой муж, долгие годы. И две дочери, Алена и Галина, христиане, любят Господа. Пожалуйста, не ходите туда, если хотите, пройдите лучше на ту сторону, там, по дороге. Но здесь лучше до шлагбаума. Гуляйте, вот только здесь, по дороге. Не заходите за проволоку территорию, ни туда, ни сюда, и за шлагбаум, пожалуйста. Всегда пасторам говорю, когда вы приезжаете, берите сыновей, берите ваших молодежных пасторов, привозите. За ними будущее, придет время очень быстро, мы передадим и будем уже молиться и поддерживать их руки. Поэтому особенно нам сейчас нужно молиться, чтобы укреплялись наши дети. И я не знаю, какое государство победит, когда как-то будет переделать каких земель вообще в последнее время. Но я точно хочу, чтобы Царство Божие выиграло. И чтобы любых национальностей... Мы выигрывали сердца для Бога. А ты где-то на своем месте это делали, да? Была большая стена, у каждого был свой участок, и каждый занимался своим делом на этом участке. Это не была его стена. Они все были на одной общей стене. Халлелуйя!
А мое служение в основном заключается в том, что я музыкант. Ну, вы это заметили уже. Немножко такой экскурс, да? Пока я в 93-м году, вот, и в 96-м я записал свой первый альбом. Сегодня у меня их 7. 6 русских и 1 английский. И Бог положил мне на сердце, и в любое удобное для вас время, а вы сможете подойти к этому столе и взять один русский, один английский альбом. Это то, что у меня сегодня есть с собой. И знаете, мы избрали такую благую часть — служить Церкви Божией. Рассеянной, потрепанной. И я скажу, что украинский народ — это мой народ, поэтому я туда поехал. Там было 30-летие церкви, ну и в том числе 30-летие, как Бог призвал меня на служение, это было такое, знаете, яркое событие. Хорошая была конференция, много друзей приехало из Казахстана, пастырей. Встреча с друзьями, я думаю, что вы понимаете, если вы приедете в свой родной город, это замечательное время. С Господом, с друг с другом. И такой праздник был у нас несколько дней, Бог так позволил. Боже, до Тебе погляд схожий, Ты бачишь наши слезы, перед Тобою схилы возьми, Боже, зверни из рук ворожих, с Тобою переможем, под крилами Твоими. Воскрешите ему все народы. Некоторые из нас уже перестали прыгать. Это заповедь. Славь Его! Славь Его станции! Я помогу вам сегодня. Некоторые из вас, если вы хотите, просто вернуться. Я посчитаю этот год. И вы сделайте все, что вы только можете. И мы сделаем этот крик. Крик, крич победы. Как все сделали вокруг перед Богом. И пускай стены, которые сдерживают тебя и меня, падут. Мы увидим с этого места на новом уровне. Все прибежали к нему помолиться и так далее. То же самое было в то время. Они приехали, они прибежали к этому пророку, положение города, проклятый город. И услышите, что я сейчас скажу. Он делает очень интересную фразу. Елисей делает очень уникальную фразу, говорит пророческую фразу. Подайте мне новую чашу и положите в нее соль. Я и глубоко верю, что Бог сегодня нуждается в новых людях. Способных вместе, способных, то есть людей, люди, которые обновленные духом. Как бы он был самый молодой, как бы самый такой не очень опытный, и он как бы, ну, ожидал просто своего череда, можно сказать, когда, ну, ему как бы дадут слово, то есть, и самое главное, он говорит такие слова, что как бы, вот эти слова как бы внутри меня, они готовы просто прорваться как бы. Так много пути в этой жизни, так много дорог.
сеешь, в чем смысл жизни и зачем они живут? Благословляйте, которые несут на том месте, где ты нас открываешь. Господи, пускай открываются больше возможностей для того, чтобы достигать поднимающих, для того, чтобы вырывать те, которые... Господь, во имя Твое мы приходим к Тебе. Продолжаем Анатолия Господня, его служение и церковь Эшвили во имя Иисуса, Господи. Ты наставил эту церковь, дал ему служение, Господь. Дал ему пасторское сердце, дал ему ведение и откровение, Господь. Господь, мы благословляем Твое имя, поклоняемся Тебе. Боже, мы у Тебя в Твоих руках, Господь, судьба каждого человека. Отец, мы просим, благослови нашего брата Амуни. В Твои руки играет наш братец, Отец, в служение, Господи. Ты, Господи, делай свою работу в их сердце, Отец. Ты делай свою работу через их служение, Отец. Твоего служителя, Боже. Позволь Ему славу, Господи, и Его церковь, которую Ты Ему доверил. В нашей жизни мы просто любим Тебя и обожаем, и хотим Тебя больше. Хотим познавать Тебя, знать Тебя, Господь Божий. Дышать Тобой, ходить с Тобой, Господь Божий. Мы хотим сегодня, Господь, я прошу, пусть Твое Царство, Господь, наполняет это церковь, где они, Господь Божий. Благословляем именем Твоим, самым большим, что у нас есть, имя Твое. Господь, мы благословляем, Бог мой, каждую нужду, которая разрушена, Господь. Чтобы Ты высвободил Твою благодать на благодать. Благодать на благодать, Бог. На каждый шаг из жизни, особенно когда не бывает, Господь, в этих горячих точках, помогая людям, Отец, мы призываем защиту Твою, ангелов Твоих, во имя Иисуса. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за наших друзей. Господи, Ты сердце видишь, Ты знаешь их призвание, Ты знаешь, Господи, их страсть от Тебя. И мы просим Тебя, Господи, положи руку свою, и дай новую точку отсчета, Господи, в их чаянии, в их мечте. Ты благость. Ты благ, Господь, и милость Твоя, она бесконечна, Господь. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим за привилегию, которую Ты дал нам быть служителями Нового Завета, распространять Царствие Божие на этой земле, проповедовать лето Твое благоприятное, пророчествовать Твое благоденствие. И этот день записан в Твоей книге, Господи. Боже, мы сейчас призываем благословение нашего брата, Господи. Ты знаешь его желания, Ты знаешь его пути, Господи. Молим о том, чтобы Твоя воля совершилась, Господи, чтобы Ты дал силы, дал, Господь, упование на Тебя, Господь, чтобы Ты дал ведение, откровение, Господь. Мы призываем благословение, мы говорим успех, пускай, Господи, за Твоим присутствием, за Твоим помазанием. Ты знаешь сердца этих людей. Открой двери для них, чтобы они могли думать не только умом, но и сердцем, чтобы они могли слышать во всем мире, что они делали, оказывают влияние на много большие территории, чем они думают. Открытые сердца, сердца наполненные Твоей любовью, и все переживаем это, и все ощущаем это, Господь. Это исходит из страха. Спасибо Тебе, Господь. И это Ты, Господь, заботишься через них. Господи, слава Тебе. И мы никогда не слышали, что была какая-то проблема, или какой-то был акцидент, или кто-то устал и не мог доехать домой, потому что Господь попал в акцидент или что-то. Но Ты хранил всегда, и мы верим, что Твои ангелы-хранители будут и хранить и этот раз. Твоя защита, Твоя охрана будет над каждым транспортом, над каждым, Господь, служителем, над каждым, Господь, Твоим детем, который будет ехать домой. Твоя охрана, Твоя защита, Твое устройство и Твое благословение. Мы верим, что оно будет над каждым транспортом во имя Иисуса Христа.